Короче, пацаны, прямое включение вообще. Сейчас сражался с Галеоном, ну типа тренировка такая, хотел армаду снимать. Смотрю на остров, а там воюют, короче, шлюпка стоит на острове. И приплыла еще другая шлюпка. Ну, давайте их развалим, что ли? Ну, попробуем. Посмотрим, на что они способны. Покажем им, что такое ПВП. Высаживаемся к ним на корабль. Лут я не буду забирать, потому что, ну, как бы он мне не нужен. Да, раз такое дело, он мне не нужен. Так, сейчас посмотрим, что у меня. Первый ствол есть, второй ствол есть. Погнали к ним на островок. На огонек. Один уплывает. Это типа гонка сейчас будет, что ли? Может, стоило забрать лут? Не, он вроде разворачивается, все хорошо. Просто три шлюпа. Кто же из нас будет самый сильный? Там наверняка по два челика. Так, один вроде уплывает. Другие чинятся, что ли, на якоре стоят. Не, наваливает по нему, наваливает. Давайте сделаем вот так вот. А, он потонул. Один потонул. Ну-ка посмотрим. Что у нас здесь? Что у нас с ветром? С ветром у нас нормально с ветром. Разгон дадим. Сейчас сделаем вот так вот. Вот так, вот так, вот так, вот так. Главное, чтобы особо не врезаться в них. Возьмем мушкетон. Блять, они уплывают. А я хотел к ним высадиться. По-мужски поговорить, так скажем. Куда же вы уплываете-то? Нахрена вы уплываете? Так, поворачиваем. Нормально. Ты ёб, где лестница-то? Сколько у меня мало ядер-то? Ввязался в битву, конечно, на свою голову. Я про ядра-то забыл. Про ядра-то я забыл. Так, ну да, здесь под разворот стою я. Фигово. Ну давайте сражаться-то я один. У меня ни ядер, ничего нету. Попал. Ой, так бесит вот эта дырка в этом углу. Я не могу, я просто балдю. Че, они уплывать вздумали? Или что они там? Че они хотят? Шлюпку скинули? Зачем? На якорь встали. Один ко мне плывет. В смысле, он один, что ли? Он утонул? А в смысле? Я все-таки тебя сумел чуть побить? Ой, блин. А как так-то? Ну, у него хотя бы лут есть. Ой, а мой корабль... А, ну, я поднял эти паруса, все нормально. Горю! Нет, я тебя спасу, мой кораблик. Так, он был один, да? То есть он не мог чиниться совсем. Все ясно. Ну, вот такое вот ПВП битва такая, ребят. Так, там скелет и еще Галеон. Только с Галеоном сражался. У меня вообще с акулой не... Это кто на моем корабле? Я не понял, блядь. Оказывается, был второй. Что он будет делать? Фигово, что корабль горит. Я тупо не успеваю. Не ожидал я такого поворота, конечно. Ну, он там горит. Может, он мне ремонтирует его? О, полез, полез наверх, смотри.
чудик. Как же я долго. Типа, я его не вижу, короче, если что. Я сейчас буду чиниться. Хоть бы он там спрятался, типа. Будет смотреть за мной. Ну что ж так долго-то, я реально сейчас потеряю корабль, пока доплыву. Он еще немного плывет. Поэтому я не успеваю ни хрена. О, он там лег в гнезде. Вот это эпик. ГГ моему кораблю, кажись. Не успею я. Сейчас потонет. Ну давай, давай, плыви быстрее. Ну чуть-чуть. Почему он не мог кинуть якорь? Я еще плыву против этих волн гребаных. Ну давай, давай. Ура. Так. Спасаем себя, спасаем корабль. Пока что все идет по плану. Надо поесть, а то вдруг он спрыгнет. Угу. Режись, там горит все. Сейчас мачта упадет. Надо ее починить первым делом, чтобы он не спалился раньше времени. Так. Хорошо. Блин, там еще верх горит. Вон сейчас наблюдает, скажет. Жесть. Блять, верх сейчас вообще там сгорит весь. Я справляюсь. Надо поесть. Ведро. Что-то я уже тупить начинаю. Еще чуть-чуть. Он там живой, интерес? Мега не палится вообще, чувак. Это он кашляет сейчас. Значит, живой. Так, ну все, можно чиниться. Возьмем патроны. Фух, сейчас бы он ко мне не спрыгнул. Я хочу за ним немного проследить. Так. Заделали дырехи. Заделали еще одну. Так, ну вроде все. Ну еще здесь водичка есть. Но дырок нету. Чувак у меня наверху сидит до сих пор. Так, возьму доски. Поесть у меня есть, патроны есть. Сразу зарядимся. Интересно, что он у меня тут делал? Берем ствол. Так, мачта. Мачту отремонтируем. Он ко мне там не ползет? Вроде нет. Пофигачили. Было бы прикольно, если бы он меня сейчас снимал. Плывем мы типа куда-нибудь вон туда он. Так. Ну, пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим на этого наглеца-бубенца. Сидишь? Как жизнь у тебя тут? Нормально? А чё спрыгнул-то? Странный тип.
Будешь по мне стрелять или нет? Я добрый пират. Ну чё он там? А, вон он, болтыхается. Ай, вот такие вот пираты. Тебе спасти жизнь или нет? Говори. Кому говорят, говори, говорю. Ты целиться в меня будешь? Ах ты, падла-то какая! Ах ты, кусочек какашки. Я снизу, куда ж ты целишься-то? Я мог тебя спасти. Ладно, он уже ушел. Да уж. Не получилось у него спрятаться. Короче, ребята, вот такой вот получился ролик. Меня хотели обмануть. Забрались ко мне туда, в мое гнездышко. Хотели там высадить меня. Что-то не знаю, что он хотел. Короче, всего подожгли. Вот такая вот серия получилась, довольно-таки приятная, интересная. Спасибо тебе за твой лайк, за твой комментарий, за твою подписочку на канал. Я это очень ценю, за твою активность. На связи, как всегда, Мурма. И до скорых встреч в Море Воров.